Всех приветствую на канале Animal Life. Кот, которому каждый шаг давался с болью, пришел к людям за помощью. Этот 10-летний бездомный рыжий кот однажды появился на крыльце частного дома в Онтарио, штат Нью-Йорк. Когда люди подошли к нему, стало ясно, что у него поранены лапы. Коту дали кличку Бастер. Он уже в очень солидном возрасте для котов, особенно для живущих на улице. Так или иначе, кот сидел на крыльце и старательно прятал передние лапки под себя. Когда люди принесли ему миску с кормом, они поняли, что лапки у кота поранены и что каждое движение для него очень болезненно. Потом хозяйка дома взяла Бастера на руки и повезла в гуманное зоозащитное общество Lollipop Farm. При осмотре кота ветеринар поставил ему диагноз плазмоцитарный пододерматит. Это достаточно редкое заболевание подушечек лап кошек, при котором появляется безболезненное опухание и размягчение подушечек. Эта болезнь излечивается, и Бастеру начали каждый день проводить необходимые процедуры. Его лапы оборачивали бинтами и давали ему антибиотики. Постепенно его лапы начали заживать. Несколько недель они были обернуты бинтами, но кот регулярно пытался их стащить, поэтому на него надели специальный ветеринарный воротник. Когда спустя несколько недель варежки из бинтов были сняты, лапы кота были в почти полном порядке. Чуть позже сняли и воротник. В общей сложности кот провел в клинике 2 месяца и сейчас уже полностью поправился. Он также показал себя как нежный и приятный кот, и для него сейчас уже ищут приемную семью. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!